Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас реагирую на песню группы ITZY. Песня называется Sugarholic. Это с альбома Ringo, с японского альбома первого группы. Там, где уже я на эту песню реагировал, на заглавку. И вот мне заказали B-side Sugarholic, на который, на самом деле, на удивление, есть клип. Я так понимаю, песня достаточно мирная, спокойная, но тем не менее. Кто-то захотел меня заказать, но я, к сожалению, не знаю, кто. Почему? По одной простой причине. Потому что поддержки Тинькова работают обезьяны. И они не могут починить простейшую проблему с тем, что мне не показывается имя того, кто мне сдонатил, уже на протяжении нескольких месяцев. Более того, эти дебилы, я не побоюсь этого слова, дебилы, они еще не могут починить возможность смены описания. Там нельзя сменить описание, даже не могу в описании указать. Ребята, пожалуйста, большими буквами укажите свое имя. И поэтому люди, которые мне донатят деньги, они указывают свое имя в специальном поле. Оно до меня не доходит, я его не вижу ни в приложении, ни поддержка мне ни черта не сообщает. Я про это уже писал ВКонтакте, про это писал в Твиттере. Поддержка такая: да, сейчас все разберемся, все решим, все четенько, братуха, не ссы. Ноль внимания. Фун презрения, ни черта, каждый раз сроки решения переносятся и так далее. Это у меня на сайте КГ-портал даже есть специальный такой разделчик, я его раз 100 лет заполняю, Судаков против мира, да, потому что я не люблю людей, которые не могут сделать особенно простейшие вещи, которые они, блин, обязаны сделать. Ну так вот, к сожалению, я не знаю, кто мне сдонатил на эту песню, спасибо, тем не менее, вам очень большое, и я понимаю, что как-то некрасиво я реагирую, а вас не называю. Поэтому, если вы придете в комментарии и скажете: да, блин, это была я, и сможете хоть как-то это подтвердить, или нет, просто напишите, я вам поверю. Я уверен, среди моих читателей нет таких людей, которые скажут: нет, это я, и таких найдется 10. Нет, я уверен, что вот кто заказал, тот обязательно напишет, это был или была, скорее всего, с большей вероятностью это была, потому что девушка у меня больше на канале. Я обязательно вас после этого, во-первых, в комментарии в закрепе напишу, а во-вторых, скажу спасибо текстом и, может быть, следующей реакции какую-нибудь отдельно выделю. Кстати, скажу спасибо за Sugarholic вот такому-то человеку. Вот, я писал у себя в сообществе, да, клич: товарищи, отзовите. К сожалению, вы не отозвались. Ну, понятно, вы не обязаны все читать. Виноваты Тиньковы. Ну, люди из Тинькова. Это они дурачки. С вами и со мной все в порядке, на самом деле. Ну, ладно, не суть важно. Долгое вступление. Тем не менее, группа ITZY, песня Sugarholic. Давайте на нее реагируя, слушать, смотреть. Единственное, мне для начала нужно скачать. И я к вам сразу же вернусь. Все, скачал, вернулся. Еще раз спасибо неизвестному пока что герою, который мне заказал, или которая мне заказала эту песню. Давайте, 3, 2, 1, поехали. Девчонки, вы что грустите? Такой симпатичный плеер. Конечно, не догадался титры поставить. Ничего, второй раз поставлю титры. Суп. О, возможно, Рюджин загрустила, а Еджи и такая: на, у тебя офигенную песню, послушай, она тебя развеселит. Какая милота. Под начало этой песни можешь засыпать, потому что шум бассейна и льющейся воды. Там гитара. Предполагаю, что девчонки после какой-то изнурительной тренировки вырубились яростно. Или спали всю ночь вот так, в одежде. Юна каким-то очень высоким галстуком поет. Оки-доки, изи-пизи. О, кстати, морскую звезду они довольно-таки миленько изобразили. Put it down.
такой слегка холодный фильтр наложен. Ну, такой киношный скорее. Не холодный, а киношный. Пизи. Окей, они другое слово сказали. Я так предполагаю, это известный метод поорать вдоволь. Где еще можно поорать? На громком-громком шоссе. Такое ощущение, как будто здесь Рюджин хандрит, и ее девчонки стараются как-то растормошить. Тут приятный момент с вокалом. Как юная красотка, караул. Здесь бы, честно говоря, можно было вставить вот эти вот звуки там, хлопков и веселье. Ой, девчонки сделали своего рода альбом на память себе, наверное, лет через 10-20. И Реджин развеселена официально. Это хорошо. Песня человая больше, чем какая-то такая сильно музыкальная. Вы знаете, мне такие песни на постоянку не заходят, но иногда послушайте, просто полюбоваться на очаровательных девочек, это, конечно, самое то, что нужно иногда. В данном случае. Посидел, полюбовался, поумилялся яростно. Сейчас еще наверняка даже, наверное, смогу узнать, что же там, черт возьми, такое с этим, господи. Господи, боже, правый. Давай. Что же там с текстом, что вначале говорят девчонки? Я почти уверен, что я угадал, если честно, да? Ой, я почему-то немецкий скачал субтитры. Я не хотел немецкий скачать субтитры. Господи, боже правый. Что происходит-то? Ладно, сейчас скачаю и вернусь. Короче, я нашел субтитры. Они не переводятся на начало песни. Отличный вариант. Тексты не переводят, начала нет. Спасибо большое. Я попробую воспользоваться Google переводчиком в прямом эфире. Японский я не знаю, поэтому извините. Я уже слушаю песню, и вы должны со мной слушать ее, я думаю, в этот момент, потому что я уже включил. Сейчас будем надеяться. Камера, да, у нас включена. Японский-английский. Где-то в углу, я надеюсь. Может быть, даже буду паузу ставить. Так. Что слушаешь? I'm just listening for a while. Ну что ж. Хочешь вот это послушать? Sugarholic. Я вот не очень понял, конечно, фразу I'm just listening for a while. Но предположим, что это так, ничего особенного. Окей. Великая загадка оказалась не такой уж и великой. Ай-яй-яй-яй-яй. Как только я все закрыл, сразу же появился новый титр. Мне интересно, что они там говорят. Так, дорогие друзья, как насчет того, чтобы все-таки дать мне посмотреть, что там происходит? Ну? Хорошая идея, спрашивает нас Еджи. А Реджин такая... Славьтесь современной технологии, когда человек, не знающий японского совсем, может просто так взять с телефона все перевести. Приятно, опять же, что они тут в целом свои, поют в своем диапазоне. Хотя вот, в принципе, ладно, у Юны вроде достаточно высокий голос, так что нормально. Так что...
Вот в 90-х именно этот припев. Учитывая, что у них местами очень разные голоса, приятно их просто вот так слушать, как будто они разговаривают. Когда-нибудь сделать так же, пойти сам на шумное место и выораться. Не то чтобы мне это сильно нужно, но просто так. Наверняка полезно. В любом случае, да. Рюжин здесь прям хандрит. Но девчонки ее спасают. Я повторяю то, что я говорил первый раз, но почему бы и нет? Фоточек клевых, воспоминаний всяких разных. Все, альбом и закопали. Да. А там главное вспомнить, где уже закопали. А то придется весь твой перерывать. Вот, как-то так. Да, миленькая песня, приятная, драйвовая. Ой, драйвовая, вайбовая. Господи, не драйвовая, точно, просто вайбовая. Все, пожалуй. Что еще могу сказать? Еще раз. Кто-то заказал, пожалуйста, отзовитесь. Я хочу вас поблагодарить. Всем спасибо, всем пока. Особенно тому, кто заказал или заказала. До новых, так сказать, встреч.